Колядки, рождественские звезды и народные гуляния. Рождество Христово праздновали в Национальном музее архитектуры и быта Украины. Как все прошло, Марьям Эль-Хасан-Али расскажет. В ярких плахтах и белых сорочках колядники готовятся праздновать Рождество. Я сегодня буду лякать. Я сегодня буду пугать хозяев домов. А как ты будешь лякать? А как ты будешь пугать? Покажи. Вот так. Сперва они зовут хозяев, затем устраивают представления с песнями, танцами и сценками. В итоге получают сладкие подарки. В планах этих ребят обойти минимум 10 домов, поэтому мешок для сладостей внушительный. В руках колядников обрядовая звезда, символ возрождения и Нового года. Такие звезды всегда самодельные. Я наклеивал вот эту разноцветную бумагу и надписи делал. Что это за звезда? Из чего она сделана? А уж так зрубили. Вот так сделали. Что было дома самое яркое, самое красивое использовали. Тут вот даже национальный наш символ. Колядование – древняя украинская традиция. По легенде, сегодня ночью солнце должно съесть славянское божество Карачун. Это злой дух, повелитель морозов, холода и мрака. Своими обрядами наши предки защищали солнце. Так появился праздник Каляде. С Рождеством его объединили после крещения Руси. Радуйся, небо! Марьям Эль-Хасан-Али, Илья Крепак, UATV.